Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть нашу старую добрую Верментидину. И, в общем-то, это режим Versus. Тестируем его. Конечно же, в общем-то, все понятно. И сегодня последний день, когда это можно сделать. Но смотреть вы уже будете в понедельник. Сегодня воскресенье. Но, в общем-то, за те три раза, которые я часовую сессию провел, уже все стало понятно. Как бы какие-то вещи явно не работают. Слаженная команда работает гораздо сильнее, чем слаженная команда четырех крыс. Потому что герои универсальны достаточно, и их подбирают под, собственно, то, что должно происходить. А крысы выдаются случайным образом, вместо того, чтобы подбирать под конкретную ситуацию. И кроме того, у большинства, ну ладно, большинства, короче, у части крыс явно отсутствуют требования, которые делают сильными в сингловой кампании. То есть нету прикрытия, нету толпы, которая могла бы им заставить героев отвлечься от прислушивания к звукам, от того, чтобы глядеть по сторонам. Вот. На чем выезжали, кстати говоря, контролируемые компьютером. Вот эти вот спецы. Да. В том числе, что еще сказать. Ну и, конечно же, надо помнить, что на больших сложностях этих спецов иногда спавнили просто сразу по несколько штук. И даже это не помогало. Ну, помогало, но только если несколько этих было условий. Там толстые противники, толпы врагов, и, в общем-то, они внезапно влезают, и все становится очень плохо. Вот такие дела. Но, тем не менее, еще поиграем. Довольно весело было. Что-то не присоединяется. Давайте попробуем еще раз. 10. И, видимо, придется подождать. Я пока тогда придержу запись. Ура! Наконец-то пошло. Посмотрим, что там да как там. Ну что, дорогие товарищи, пошли крысятничать. Ух. Соль Спайр, да? Окейушки. Let it be. Понятно. Угу. Попробую этой девочкой. Мы черепа. Черепаная. А это кто у нас? А я не понял. Чё, они такие похожие? Так. Начинаем. Thank you.
А, подожди, я уже тут. Что такое вот это странное? Конечно, я тут типа... Да бля, вообще не успеваешь ничего делать. Так, ладно, глободир, да глободир, давайте. Давайте, понятно. Ты тоже уже бежал вперед, хотя, блин, надо было хоррить. Не додумал. Ай, бля. Кто меня убил? Меня всегда вот смущает, что... Так, а давайте. Бля, вы уже убежали, что ли? Нифига себе. Медленно становится. Зареспавнился. Что-то как-то. Это же должно быть так, что ты владелец карты. А, вот он, как работает. Стоишь, блин. Что-то ни хрена не понял, что он не работает так. Вообще ни хрена не попал. Какой смысл от тебя тогда? Давайте еще раз. Чудо какое-то. Где бомба? Да бля. Так, ну что-то как-то вот здесь вот вообще, ну допустим вот здесь вот, ну нет, херня какая-то. Что здесь? Оля. Этого бы... Да. Да. Хорошая команда.
Пока вообще непонятно. Не, когда с какими-то ложками бились, тогда окей, там все. Типа, крысы побеждали, все дела, а тут сейчас как-то так. Они пробежались туда-сюда, вот этот вот туда. Один, а что мне дали-то вообще? Мне дали какой-то всего одну из этих крыс, и такое себе было. Так. Ну давайте, таланты. Да, что у нас? Так, что там? We'll be fine, so long as the dead stay dead. Да, что-то надо было все-таки. Это как или пинут, или что? Или я разучился играть? А! Как вы это делаете-то? А, вот это вот место, блин, дурацкое. Блин, мышка цепляется в провод. Тут только Джулиан НГ хорошо играет. Понятно. Another. This way.
Да. А, блин. Ну, непонятно как-то. А, как туда попасть-то вообще? Ебать! Прожопая система, блядь. Как ты туда попала? Ребята. Бляха, муха, а чё такое? Стоп. Типа здесь это место, да? Место, блядь. А? Бля. Хорошо работает, да. Блин, а что за место такое дурацкое, а? Скажите, пожалуйста. И чего внезапно вот это стал такой жирным? Я. Yeah. Бля. Джулиан КГ. Кто такой Джулиан КГ? Ах, как? Чё за херня? Ты, блядь. Из... Mage. Eating.
Ну ладно, тут уже как-то так. Бля, он уже все пробежал туда. Но это просто какая-то. Какая-то. Да блять, откуда? Бейте его, да. Ну вот у нас есть. Джулиан КГ либо очень хорош, либо что-то использует. Ну, скорее всего, он очень хорош. А вот Мейдж, который меня просто так вот видел там где-то что-то, это что-то какая-то хрень. Ладно, поехали дальше. Копье, конечно, так себе. Попробуем луком пострелять. Так, дальше Hero Selection. Ладно, пока оно ждет, я немножечко отключусь, поуправляю выбором талантов. Пошла, надеюсь. Да, есть контакт. Ну, последнее задание, конечно, с этими тремя вообще никакое. Вот. Внезапно. Никого не осталось. Да давай вот. Это играл. Хотя надо было вот это гном выбирать, наверное, все-таки. Может, надо было как бы просто первый раунд выбирают все. У кого не совпало, тот забирает себе этого. Остальные начинают расковыриваться. Окей. Давай, Гатарана. Он, блин, вообще какой-то. Давайте попробуем. Вот он Гару, Хоу, Маркус, Роберс, понятно. 3 на 3 пока что.
Ну там. Блять. Сука, ну вот, скорее всего, там эти. Ну, не продумано, да. Лазать по этим. Че, убили, что ли? Да, ну, обидно. Но, блин, килит. Так. Надо попробовать все-таки. Он ли вдруг зайдет. Уступилось, блин. Суицайдеры, блин, да? Это просто... Ну вот где-то там босс. А блин! Ну вы не даете. Дайте нормальный этот самый. Ну как нормально? Давайте пакмастера. Блять, ну вот реально, из того, чтобы планировать, нужно еще дополнительно вот эти вот. Так, кто-то отстал, вижу. Кто-то отстал, кто-то побежал рано. Полностью хиро. Блин. Дайте мне быстренько поменять место. Я же... Бля. Бля, а ты как меня видишь? То есть я-то вижу, понимаете? Блять, а что произошло? Да, вот реально пошел какой-то такой замес, и стало понятно, что где там, куда там. Да блять! Ой, хер!
То есть они выключают этих еще? Ай, блять, я не понимаю, реально. Это они решили поменять, но как-то так поменяли странно. Этот один убежал. Блять, это не с теми героями. И чё? Блять, как? Блять, а. Она тоже с каким-то с упреждением. Ну это реально какая-то херня. Что-то они. Что-то делали не то, они, по-моему. Что-то обновились, по-моему. У этого упреждения, у этого упреждения, у этого чуть-чуть какое-то ранение, он перестает стрелять. Вот. Что-то они наоборот занерфили. Крыс. Ну, сейчас, конечно, начнем, будет не так весело. Чё за херня такая, а? А почему я... Ладно, херня, все. То есть я сейчас целюсь, но я не знаю, куда я целюсь. То есть тут-то понятно, где. Хотя там тоже было понятно, блин. Но это вообще не то место, куда им нужно было идти. Эй. Молодец. Ну да, тут большая проблема в том, что ты, твое поле зрения не совпадает с тем, что видят другие, то есть, например... Да, вот тут на открытом месте вообще этих пакмастеров спавнить, ну такое себе удовольствие. Тут надо бы этих ассасинов и так далее. Но их не дают просто. Тут на самом деле идешь с дальновойным оружием, да? Give me a
Да, бля, ребят, ну подождите-то, может. Или это не ваше правило? Да, тут не надо. Вот здесь вот будет весело. Но может быть и не читер. Ладно, может быть не читер, что-то я неправильно оценил. Ситуацию, видимо. Еще бочки есть, если найду. Куда дальше лезть? Лезть нам до сюда. Пойдемте, не будем. Ну давай, давай, жги, жги. А, бля. Я лучше выпью немножечко. Да, ну этого, конечно, блин, вообще никакой. Их надо выбирать по обстановке, а не по. А не потому, что система тебе предлагает. Ну, то есть, если так по-умному. Но опять же, блин, вот это то, что меня неприятно удивило, то, что ты стреляешь, в тебя попали, вроде как ты толще стал, тебя сбивает вот эта хрень. Чё-то я не знаю даже. Это как-то странно. Пулеметчик тоже пока раскрутится, там пройдет. Вот это вот что такое, что оно так палится. Да блин, он не перезарядил, ебаный бог. Кто это сделал? Локарн явно читер. Да блять. Вот Локарн, непонятно. Time, really.
Блять. Вот здесь вот, да, с этими крысами надо бы, ну вот реально тут какие-то места, вот непонятно, как что делать с ними. Что это было? Блин, я не могу здесь еще. То есть чуть-чуть задеваешь, и они уже все отдыхают. То есть это крыс просто ослабили по-страшному. То есть из разряда чуть-чуть пройдешь мимо, они сразу же сбиваются в удар. Его нужно снова раскручивать, и вот оно вот, да. Тебе либо нужно раньше времени упреждать, и получается, что у них есть какое-то преимущество. Да, сейчас бы наоборот, пулеметчик, я ж не могу сейчас поменять. Ну сейчас они быстренько собьют все нахуй. Вот так. И все. А я... А, сейчас хорошо пошло. Не то что персонал. Кто тут круг? Бля, да меня все сбивает. То есть я через крысу пробиться не могу, через этого не про. Не могу, что за херня? Все равно мне ждать надо. Сейчас все равно ничего делать не буду. Подождать. Ага.
вниз пошли. Это неприятно. А тут поменяли реально. Теперь они не просто убивают, но им нужно еще. Побежали, 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 вперед, 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 вперед. Раз это место, 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 место вот здесь вот. Блин, а что ж такое-то? Мастер, блядь, куда? А где я? Кто я? Куда они? Где они? Вон туда. Собаки. Собаки. А, я понял, что мы один раунд выиграли героями, собственно, поэтому у них продолжение банкета сразу же пошло. Ну что, нормально, хорошо. Очень хочется, да? Очень хочется вылезти. Эй. Как вы исчезаете, ребята? Что-то я пропустил. No face for you. Блин. Поехала вагонетка. Интересно, по каким рельсам она едет, да? Ну это, конечно. Ай, красавчик. Свиньи вернул дома.
Бум-бум-бум. Ой. Так, извини-ка. Блин, патронов нет. Ага. И еще весело. Улучшили. А, амуниция. Пошли вниз. Пом-пом-пом-пом. Ай, сука! Тащил! О, еще один! Отлично! Шникер! Спасибо. Вот это веселее стало. Тут крысы вообще безнадежные какие-то. Да ну нафиг, надо валить. Надо валить. Ай-яй-яй, надо валить, просто надо валить. Просто надо валить, валить. Ха! Черт. Окей. Понял. По количеству героев нас покартировали. Ну что, надо еще одну сыграть. И на этом
закончить, скажем так. Кто это у нас такие? Ладно, сейчас сразу же нажму, чтобы искать, а потом уже буду разбираться, кто куда. Так, угу. Вот, наконец, нашлось. Ну, как нашлось? Там, скорее всего, несколько серверов, и всего ничего выделено. Что, собственно, здесь творится все это непотребство. Внезапно я посредине игры вышел. Гномом. Я довольствуюсь объедками тех, которые уже поиграли. Точно присел. Чё-то я как-то... Ай, бля, да... Не поднимайте его в этом самом, в огне. Не успевай. Записывать. Это жирный какой-то стал, пипец. Но его быстро стагерить как-то так получается. Что-то... Но они, видимо, в реальном времени экспериментируют. Потому что вчера было вообще по-другому. Или нет. Или да, или нет. Или да. Или базовые механики остались, а потом какие-то хрень. О, эти бочки, не помню, чтобы взрывались. Видимо, их добавляет вот эту функциональность, походу. Ты прям такой силач бамбула. Ну ты супергерой. Мировой Вархаммер. Тун-ту-тун, тра-тун-ту-тун. Марк Грубер приходит на помощь. Как там? Как же это было-то? Спайдер-пик, спайдер-пик. Крубер-марк, Крубер-марк. Делает что? Делают люди во время конца времен. Во-во-во-во, вот это злобное место, злобное место, злобное место. Ну да, вообще монстры, спавнившиеся монстры, они принесли какую-то такую дополнительную фишечку. Вот этот вот, крыса на крыше, это что-то с чем-то. О. Yeah.
То есть первый вечер там был этот крысогр. Потом они решили, видимо, пробовать без монстров. И вот сейчас снова появились эти монстры. Угу. Да, нормально. Энган тоже нормально. Все, пошли. Да, у него хорошие. Хорошо, стамина, согласен. И болт добавили. Хорошо пошло. Неудобно. Так, что там у нас? Да, немножечко. Десят. Сделал разницу. Ёкарного байнакер, идите. Инвалид стрим формат. Что это за хрень? Это моды какие? О. Кто там? Будет. Trust me with yours a moment. I want to show you something more. Bombs away! Yeah, there's a gas to those things, what we have done off you with your experience. Okay.
Хорошая пушка. Товарищи. Блин. А что такое-то? А, все вышли, что ли? А? Ну что, как-то так, я думаю, что... Я даже не знаю. Сейчас, наверное, выйдет все, да. Я думаю, что на сегодня хватит. Тем более, что это, как обычно, не указывает на финальный продукт. Вечный Early Access. Но, с другой стороны, это сложная система. И, собственно, тут постоянно нужно что-то балансировать. Особенно, если что-то добавляется новое. Вот. Возможно, все эти переменные последние патчи были... Ну, в линейке талантов героев Вервентиды были для того, чтобы подготовить сообщество к появлению Версуса. Но я думаю, это еще будет. Это еще не все, что произойдет. Как я уже говорил, эльф — это отдельные песни. И само наведение, конечно, будет еще фикситься. Ну и, собственно, баланс того, сколько толп выпускать, сколько нужны ли монстры при этом какой толщины должны быть крысы и какая скорость их, скорость и удобство их умений. Все это должно будет регулироваться, безусловно. Вот. Ну а на сегодня все. Я думаю, что... Да, что я думаю. Короче, Верментит мы еще вернемся когда-нибудь. Мне еще не все кампании пройдены. Так, между прочим, но не знаю, будет ли это на легенде. Потому что тоже отошел немножко в Дарктайд, в сторону Дарктайда. Может, кстати, опыт Версуса будет и в Дарктайде использоваться впоследствии. Да. Ну что, как говорится в этих случаях, лайки, подписки, вам приятно, мне полезно, и обязательно заходите в описание, там ссылки на кооператив Дружба и Humold Russian Fleet, это эти самые Discord сервера. А мы увидимся в этой, почему бы нет, или в других играх. Пишите, комментируйте, если что не нравится. Или наоборот, если что нравится. И на сегодня пока-пока.